Всем привет! В России уменьшилось количество киберпреступлений. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу более подробно. Объем рынка киберпреступлений в финансовой отрасли России сократился во второй половине прошлого года и первой половине текущего на 85%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет High-Tech Crime Trends, подготовленный для расследования и предупреждения киберпреступлений групп IB. По информации изданий, объем преступлений сократился до 510 миллионов рублей. Также в отчете подчеркивают, что ущерб от хищений с помощью вирусов для ПК снизился на 89%, до 62 миллионов рублей. В частности, такие преступления для Android сократились на 43%, до 110 миллионов рублей. В сообщении отмечается, что количество групп, которые используют вирусы для Android, сократились с 8 до 5. Оставшиеся группы не используют SMS как канал для хищений. Теперь преступники чаще пользуются методом перевода средств с карты на карту. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!